капитулянт ведет нас к новой войне, которой избежать не удастся. Об этом в эфире «Фактинфо» заявил экс-глава СНБ Армении Давид Шахназарян. Не может быть мира, если ты не готов воевать. По словам Шахназаряна, в подписанном 26 ноября в Сочи трехстороннем документе ничего не говорится о том, что азербайджанские войска должны покинуть территорию Армении. Он добавил, что врагу сданы вдвое больше территорий, чем указывал Пашинян. И не было никаких требований о том, что делимитации не будет до тех пор, пока азербайджанские вооруженные силы не покинут эти территории. На заседании правительства Пашинян использовал термин «агрессия», чего не сказал на заседании ЕАЭС или во время встречи в Сочи. Он лишь использовал слово «вторжение», а теперь надеется на международное сообщество. По его словам, власти серьезно ослабили позиции Армении в международных отношениях. Если вы слабы, ваши союзники не прощают вам этого, ваши друзья не помнят вас, а ваши враги не щадят вас, отметил Шахназарян. У меня есть серьезное подозрение, что сегодня в Азербайджане присутствует турецкая армия, и я не исключаю, что она есть и в Нахичеване. То, что происходит сегодня, является продолжением капитуляции, демонтажа нашей государственности, сказал Давид Шахназарян, добавив, что подписанный в Сочи трехсторонний документ полностью соответствует целям Азербайджана. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.